Свою победу посвящаю маме. Так организаторы назвали районные соревнования по спортивному ориентированию, которые состоялись в прошедшую субботу в спорткомплексе «Торпедо». Мероприятие собрало более 200 юных спортсменов, учащихся школ Ленинского района. Самых ловких, сильных, быстрых и умелых распределили по двум возрастным группам – старшую и младшую, в составе каждой 5 человек. Задание не из легких. Ориентирование в заданном направлении по слабо пересеченной местности. Максимальная дистанция – 4,3 километра с 10 контрольными пунктами. Сегодня хотим нашим ребятам пожелать побед. Мы в них верим, мы их очень долго к этому готовим. У нас работают в центре более 40 кружков. Мы готовы к сегодняшним стартам и надеюсь, что все получат огромное удовольствие приобщаться к здоровому образу жизни. Ну, в общем, побед и удачи всем. Легенды контрольных пунктов на руках. Дистанция изучена. Подробный инструктаж тренера получен. Участники готовы к соревнованиям. Мальчикам младшей группы предстоит пройти дистанцию в 3 километра, младшим девочкам в 2, старшим мальчикам 4 километра, девочкам 3. Контрольное время 1,5 часа. Результаты участников определяются по наименьшему времени прохождения дистанции. Командный результат состоит из суммы времени 3 участников. Лучшими в младшей группе стали ребята из 33-й средней школы. В старшей группе победителем стала средняя школа номер 8. Победители и призеры были награждены дипломами отдела образования, спорта и туризма администрации Ленинского района.